Добрый день, дорогие друзья, вы на канале Клан Сибирских Цветочниц. Сегодня у нас коротенький выпуск. Сказав А, говори и Б, подумала я после выпуска про Леруа Мерлен. В Мерлене я показывала, как он открылся, как он сейчас работает. Там очень интересно, что запускают, выпускают, но не суть. Суть в том, что я показывала там три триммеры, а вообще на самом деле после открытия Мерлена разобрали самые дешевые триммеры и самые дорогие. И я хотела вам показать триммер такой, как у меня, которым я очень-очень довольна. Вот, но его как бы не оказалось, потому что, ну вот, разобрали. Если можно, немножко предыстории. Значит, смотрите, у нас был предыдущий участок, и там на этом участке, он был большой, там было 14 соток. И мы никак его не культивировали практически, это была дача для отдыха. Но вот эту всю траву, ее надо было косить. А косить не просто так. Дело в том, что участок был рядом с тайгой, и такие сорняки там из тайги приходили, что с ними просто не справиться. Вот. И мы появлялись там редко, конечно, мы ездили на озера, там еще куда-то. И, в общем-то, некогда было сильно часто этим заниматься. Вот. И вот мы приезжали, и у меня муж косил. Косил вот это часа на два, вот эта косьба. Причем у нас была электрический триммер, тяжелый, зараза, я вообще не помню, какой фирмы, тяжелый, дорогой, они тогда только появились, они стоили вообще каких-то невменяемых денег, вот, и потом мы приобрели вот этот участок, естественно, триммер приехал с нами, но вот я как вспомню, как его держать в руках, это действительно такой мужской инструмент был, вот, как вспомню, ну, у меня дольше 15 минут вообще не получалось его держать. И я поехала туда же, в тот же Мерлен, и купила себе другой триммер. И триммер этот, вот он, значит, смотрите, сразу же договариваемся. Это никакая не реклама, никакой марки. Это я вам показываю триммер, который подходит для женщин. Я в видео, которое про Мерлен, говорила о том, что он весит килограмма, там, полтора килограмма. А сейчас, мне кажется, что он и килограмма не весит. Он такой легкий, он невесомый вообще. Извините за то, что он вот тут трава еще осталась на нем, но сегодня день такой, у нас дожди, в общем, идут. И я совсем ненадолго приехала на дачу. Вот, мне просто некогда его мыть. Я обещала снять видео, я его снимаю. Просто вот короткий перерыв между двумя дождями. Значит, в чем смысл? Когда будете покупать триммер? Во-первых, вот самое главное. Не бойтесь триммеров недорогих, не бойтесь. У меня вот такой триммер, он 3 года уже здесь, на этой даче, отработал свое. Потом я его сломала. Вот не спрашивайте, как, но, честное слово, сломала просто своими руками, по своему там безобразию, значит, и отношению. Ну вот, сломала, я купила второй. Вот это второй. Тот первый можно отремонтировать, в принципе. Ну, не будем о нем. Вот, то есть не бойтесь триммеров недорогих. Выбирайте триммер легкий. Вот он, вот действительно, смотрите, одной рукой его спокойно поднимаешь и держишь вот на одной руке без всякого усилия. Это значит, что этим триммером можно косить, ну, сколько угодно по времени. Да, он как бы менее мощный, чем тот. Ну, извините, у меня и размаха такого нет, знаете, как у профессионального косца, чтобы на 3 метра так шир, значит, и скосил полосу. Вот, поэтому для меня нормально. Девушки, женщины, дорогие, кто собирается что-то покупать из этой серии, покупайте, даже не раздумывая. Давайте я вам покажу. Не обязательно такой, вот еще раз объясняю. Вот, small cut он называется. Вот. Тут его характеристики. Вот 300 ватт. 300 ватт всего. А тот был 2-киловаттный. Вы представляете себе, монстр какой. Значит, что я еще хочу сказать. Очень легко меняется. Я меняла сама вот эту голову. Видите, вот она снимается буквально одной рукой. Это крышка. А это вот... А что я так снимаю-то, господи? Вот так надо снимать. Извините, аппарат рабочий. Вот, честно, была бы хорошая погода, я бы его намыла. Вот, видите, вот леска, все. Лески хватает надолго. И, короче, так, давай тебя с этой стороны покажу. С этой стороны ты намного красивее. Так, резюмируя. Во-первых, напишите мне в комментариях,
какие триммеры у вас. Во-вторых, задавайте вопросы про этот триммер, если что-то вас интересует. Но цену я не помню. Посмотрите, собственно, модель-то уже старая, и как бы наверняка цена-то где-то есть на сайте, там не на сайте, на Мерлине, на производителе. Вот, но цены есть. Вот, третье, подписывайтесь на наш канал. У нас интересно, потому что у нас всегда интересное видео каждый день. И мы делимся опытом, вот любым опытом. Хотите, чтобы я рассказала про триммер? Да вот он, прекрасный, шикарный, замечательный триммер, который не подводит и стоит недорого абсолютно. Вот. Ставьте лайки, либо дизлайки, задавайте вопросы. С вами была Анжелика. Пока-пока. Забыла. Число для тех, кто в розыгрыше участвует, сегодня ровно 100.